Всем привет, с вами Лена Смирнова, я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит чисто информационный характер. У меня сегодня очередной вывод, я сегодня вывела очередную денежку. Значит, мои финансы, в данный момент у меня баланс по нулям. Я сегодня вывела как бы денежку, да, 3 доллара. Маленечку накапливаю. Так, история платежей. Пожалуйста, 2 часа назад. Значит, 12-12 вот у меня стоит. Да? Завершено. Я ровно 3 доллара вывела. Значит, переходим на кошелек. Я вывожу на WebMoney. Сумма 3 доллара. Комиссию не берется. Комиссия как бы так. Примечание. Глобус. Спасибо, что вы с нами. Значит, число 12.12.18 год. 10.33. Сейчас у меня 12 часов дня. Так, ну что? Здесь вот мои все выплаты. Проект супер. С этого проекта палкой будут гнать. Не уйду никогда. Мне, к сожалению, некоторым людям не нравится глобус. Не нравится почему? Потому что им мешает реклама. Да, рекламка появляется на весь экран. Ну, можно нажать на крестик и как бы не будет рекламки. Так, значит, что он? Здесь у нас команда. Ваша команда. Находится список партнеров. Я уже здесь 3 года. Вот регистрация 3 года назад. Так. Далее. Спонсоры, статистика, ваши ссылки. Находятся партнерские ссылочки. Сейчас загрузится. Вот. Постоянно ссылка для приглашения, ссылка для рекламодателей и как бы можно сделать еще свою ссылочку создать. Баннеры всевозможные. Это для тех, кто рекламит. Далее, так, ваша команда спонсоры, так, статистика, ага, ваши баннеры. Внешний аукцион, значит, финансы, я вам что? Ну, я вам показала баланс. То, что я вывела. Можно выводить. Так, WebMoney здесь. Как бы. И еще у нас что нам? Банковская карта, мобильная связь, PayPal от 10 долларов. И внутренний перевод можно делать. Я здесь работаю только чисто на вывод. И вывожу, потому что здесь минимальная сумма на вывод 50 центов. Сюда прописываем кошелек. Здесь сумма. Нажимаем перевести. Ну, как бы, мне сейчас не заполнен. Ну, ладно. Так, здесь ваша, да, статистика загрузки. Значит, устанавливаю. Можно на Android установить. А вот и реклама глобуса. Видите, сейчас она появится. Вот такая вот она на весь экран. И, к сожалению, да, людям мешает рекламка. Вот я на крестик нажала, и все, она убралась. Так, скачать и установить бесплатно приложение. На компьютер устанавливаете, можно на Android, на iOS, не знаю, что это такое, Windows 7, 8, 10. Вот у меня вот это установлено. И на XP. Так, если она не устанавливается, у меня как-то не устанавливалась, я вот здесь вот скрипт нажимала, чистила, после чего обратно устанавливала. Потому что я не могу без него. Есть у них свой канал YouTube. Вот. Ну, в принципе, так все я кратенько рассказала. А что я... А, у вас будет оно на рабочем столе. Вот здесь я нажимаю. Так. Вот на такую вот галочку. Вот он у меня установлен. Далее я нажимаю вот сюда на значок «Глобус». Так, сейчас должно появиться окошко. Бывает, зависает.
появляется окошечко, и сразу на первую вкладочку вы нажимаете, и у вас появляется вот такой вот значок. Это как бы мини-кабинет. Вы должны будете сюда зайти по своему логину и паролю. Все это нужно очень запомнить. Так, что-то у меня зависает. Вот такой вот кабинет маленький. Здесь вся ваша рекламка и как бы и баланс, да, отображается. Вот появилось окошко. Вот показать главное окно. У вас появляется такой значок. И вот это ваш мини-кабинетик такой. Значит, перехожу я на кошелек. Вот сумма моя $3. Значит, закрыть. Вот сумма 10.59. Вот это долларовый баланс на WebMoney. Это у меня все с глобуса. Я выводила уже вот $10 в общей сложности. Так. Сейчас я хочу эти денежки перевести на рубли и вывести, вообще полностью обнулить кошелек. Значит, я перевожу вот 10.50, я могу от 1 цента до 10 долларов 50 центов. Да? Вот у меня 679 рублей на ВМР, на рублевой счет. Нажимаю ОК. У них тут как бы свой курс. Так, вы уверены, что хотите? Да, я уверена. Перевожу. Операция успешна. Все. Мой перевод сделан. Сумма по нулям. У меня теперь на балансе 1183 рубля. А теперь я буду его сейчас обналичу. Весь кошелек сразу все на карточку выведу. Так. На банковскую карту. Так. Выбираю банковскую карту. И я могу вывести. Опять же, у них свой тут лимит. 1106 рублей. Так, нажимаю продолжить. Так. Нажимаю продолжить. Все. Друзья, буквально секунда. У меня кошелек по нулям. Воровать нечего. Взламывать. Денежка пришла. Вот у меня как раз смысленно пришла. Все, деньги у меня на карточке. Замечательно. На этом все. Кому интересно, кто хочет зарабатывать, пожалуйста, зарабатывайте. Ну, не хотите, пройдите мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.